Другой американский конкурсный фильм фестиваля, заслуживающий внимания, это «Хорошее время братьев Савдзи» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В фильме он играет необычную для себя роль современного парня, который кажется нормальным только по сравнению со своим братом. Этого дурацкого брата, словно древнего Януса, и сыграли сами режиссеры. В мире, где нет никаких ценностей, цель спасти брата из-за стенка становится ценностью сама по себе. А культ братства в фильме «Братьев Савдзи» выглядит так, словно им аукнулся наш Балабанов. Next. You're incredible. Do you understand? Эта роль, говорит Роберт Паттинсон, определенно нечто, с чем я никогда не сталкивался, никогда не читал ничего подобного. И поэтому это был очень будоражащий момент для меня. Так что это был абсолютно новый герой для вас. Да. Я сыграл, к сожалению, очень мало современных героев. И я всегда ищу их. А особенно потому, что их трудно найти, они почти не существуют. Во всем случае, такие, которых бы хотелось бы сыграть. А этот герой — стопроцентный современник. Если вы пройдетесь по Нью-Йорку сегодня, то это будет Нью-Йорк из нашего фильма. И это очень меня вдохновляло. Just keep your head now. Turn around. He's all right. We didn't do anything. Whoa, whoa, whoa. Get back here. Let's go. You're under arrest. А может, аудитория рассчитывает, что вы сможете создать что-нибудь романтическое вновь? Да, я люблю романтические фильмы. Но удивительное дело. Романтических фильмов вокруг что-то не видно. Все больше истории с большими супергероями. А я всегда ищу прекрасные, великолепные романтические истории, но они, кажется, больше не существуют. So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island. Love. Oh my God, that's awful. Make me cry. Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there. Вы согласны, что ваш герой немножко мужской шовинист и использует женщин скорее как инструменты для своих целей? Мне кажется, что мой герой законченный одиночка. И если бы его брат не был арестован, он бы вообще ни с кем не разговаривал, а был бы одиноким и злобным таким парнем. И я думаю, когда я общался с моей юной партнершей, которая выручала меня во время моей поездки за братом, мой герой вкручивал ей, как ему важно быть ему вместе с ней, и как ему важно, чтобы она была вместе с ним. Я думаю, что он не лгал, и хотя режиссер спросил меня, ты уверен, что не лгал? Я уверен, он не лгал. Он просто так манипулирует людьми. Это его сущность. Он ничего не планирует, не придумывает. Он просто живет сиюминутным моментом. Открытый для экспериментов.